Это наша история, это память о давно прошедших годах. Поэтому, когда подошло время подумать, что же делать с тем постаментом, просто так выбросить из истории этот элемент, ну, нам бы не хотелось. Мы решили, что историческая справедливость должна восторжествовать. И принято было решение вот здесь, на этом месте, все же водрузить памятник Владимиру Ильичу Ленину. Докладываю, дело сделано. На открытии бюста главному революционеру страны присутствовали депутаты Раменского района, в числе которых представители партии КПРФ, а также неравнодушные жители города Раменское. Что бы там ни говорили, что бы другие ни говорили, но уважающая себя власть и та, которая хочет, чтобы ее уважали, именно так и должна поступать. Поэтому спасибо Владимиру Федоровичу и всем тем, кто участвовал. И, наверное, это справедливо. То, что мы отдаем ему дань памяти, люди, которые не помнят своего прошлого, у этих людей нет будущего, или у этой страны нет будущего. В нашем небольшом городе это не единственный памятник, который установили в честь лидера большевиков. Сегодня, 22 апреля, памятники по-настоящему оживают. Красные гвоздики напоминают о том, что со дня рождения Владимира Ильича Ленина прошло 146 лет. Марина Миткевич, Сергей Григорьев и Александр Винченко для программы «Городские вести».